Так, предлагаю вам еще раз пройти прогуляться по Штутгарту вместе со мной. Там мы в центре с вами сейчас находимся. Давайте пройдемся немножко, посмотрим. Сейчас реставрация идет. Ну, по Германии это очень частое явление. Заходит где-нибудь реставрация. Так вот, красиво. Так, смотрите, какая красота. Мы зашли вот в центре Штутгарта. Такое красивое здание внутри. Такая красота. Смотрите, какая тут прелесть. Церковь красивая находится. А с этой стороны магазины. Так, и мы с вами вышли на площадь, где находятся бутики. Вот Луи Виттон бутик. Такое вот красивое старинное здание рядом с современными зданиями. Такой бутик есть. Луи Виттон и очередь. Всегда. Так красиво. Такое современное здание красивое. Оно прям блестит на солнце. Там дальше Ратхаус, вот Макс Мара, красивое здание. Вон там бутик Ролекса, видите? Макс Мара с этой стороны. Макс Мара, кстати, очереди нет. Луи Виттон, такая красивая витрина. Макс Мара. Чучки, сумочка. Это трэш блестящий. Теперь мы с вами с другой стороны. Я вам показывала оттуда, а теперь с этой стороны. Вот этот шлосс поближе. С этой стороны. Вот так. Здесь вот этот шлосс, такие скульптуры сверху, очень много, видите? Сколько скульптур на крыше стоят, здесь прям. Вот отсюда вам. Честно говоря, не знаю, что в этом здании находится. Может, здесь какое-то учреждение? Музей здесь, не музей, честно говоря, даже не знаю. Но сверху вон окна открыты. Какая красота. Такой вход. Здесь реставрация идет. Еще раз посмотреть на эту красоту. Ну, посмотрите, какая здесь красота. Этот
машина гудит, убирает. Мы с вами пришли к оперному театру. И здесь такой прудик или бассейн сделан. Это замок с другой стороны. Я его просто обошла. Такой красивый. Только... А вы знали, что в центре Штутгарта живут гуси? И очень много. Я вам сейчас их покажу. Вот тут, видите, на холме дома. Видите, как здесь красиво. Смотрите, здесь вдоль аллеи. А вот там за деревом виднеется театр оперы и балета. Ну, не знаю насчет балета, но оперы точно. Наверное, балета тоже. А вон в пруду и на лужайке, посмотрите, сколько гусей. Они здесь всегда. Эти гуси. Вот этот дворец красивый. Он красивый. Смотрите, какие красивые утки или гуси, или какие-то птицы гуляют. А вот шлосс. Мы с вами движемся в сторону театра. Вот смотрите, гусиный рай. Смотрите, здесь, там на лужайке. Вон, смотрите, сколько их гуляет. Какая-то инсталляция. А вот театр. Балет, оказывается, тоже. На афише написано «Балет будет». Там целый список, какие дни. Вот с этой стороны мы с вами. Замок. И вот такая красота. Каштаны. Плавать запрещено, кормить гусей тоже запрещено. Вот смотрите, эти гуси. Есть какие-то с крылышками красивыми такими. Есть обыкновенные гуси, серые. Постоянно тут травку щиплят и здесь постоянно убирают. Видите, едет машина, которая будет сейчас все убирать. Вон, смотрите. И, ой, а это что-то маленькая какая-то птичка. И гуляют, и никто их не трогает. Вот обычный серый гусь. У него на лапке даже что-то прицеплено. Вот, смотрите. Какие-то маленькие птички. Они тоже плавают. Вот такой красавец стоит. Так, вот театр с этой стороны. И шлосс с этой. Вот такой вот маленький обзорчик. На этой позитивной ноте хочу с вами попрощаться. Всем приятного просмотра. Всем до новых встреч. Пока.